Угу. Я думаю, это речь идет о создании сил быстрого реагирования, которые бы приводились в боевое состояние, были готовы к переброске в любую страну ОДКБ в течение там 24 часов. И эти все силы должны находиться, как говорится, на постоянной основе, не на временной назначаемой, а на постоянной. Это раз. И второе, как бы вот эти миротворческие силы ОДКБ наладить связи с ООН по поводу миротворцев для того, чтобы предоставлять ту же самую помощь некоторым странам, которые хотят войти в ОДКБ или там находятся на правах наблюдателей или кандидатов. События в Казахстане в январе текущего года, события, которые происходят на Украине, когда мы выяснили, что мы воюем не против Украины, а против коллективного Запада. И одна из целей этого Запада коллективного является расчленение, как говорится, союзнических и партнерских связей России с теми странами, которые входят в ОДКБ. И если вы в курсе, вчера в Ереване проходили митинги некой оппозиции, в которой наблюдались представители украинской и русской, как бы, национальности, которые туда прибыли, как говорится, с родных территорий, да, которые выступали с лозунгами, что Армения должна выйти из ОДКБ. То есть это тоже является вот этим предметом того, что нужно увеличивать военную составляющую и увеличивать составляющую, отвечающую за национальную безопасность каждой страны, входящую в ОДКБ.